Юный строитель задалась целью построить высокую-высокую башню. Получилось, только какая-то последняя стрела, она рухнула. Рухнула? Пока у нас сколько? 1, 2, 3, 4 яруса. Сейчас будет строить пятый Анюта. О, сколько ярусов получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ярусов. Не хватило немножко конструктора, да? Чтобы дальше продолжить. Да. Ну ничего. Прикольно получилось. Как будто робот какой-то. Да-да-да. Аня нашла выход. Говорит, я по-другому построила. Слушай, а теперь тебе задание. Еще из этих тоже строить свои ярусы. 1, 2, 3. Пошла вверх. Сколько ярусов сможешь построить, интересно? Если бы я построила выше, то она бы уже давно упала. Так, и в результате сколько ярусов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ярусов! Ура! Победа! Ты победила саму себя и установила свой личный второй рекорд после 6 ярусов. Ага, да. Ну, если ты еще побьешь свой рекорд, это будет вообще будешь рекордсменка среди себя самой. Да, без слов называется, это без слов. Котейки пришли домой греться, да. Шерсть у них такая хорошая стала, у них летом такая шерсть была плохая, после весны. А сейчас, смотрю, восстановилась, облиняли они, комки поисчезали. Ой, какая у тебя хорошая шерсть. Ой, какой ты хороший принц, красавчик наш. Надо же вас зимой пускать греться. Вот если бы не писали у нас в доме везде, мы бы вас дома держали. Так жалко было их на улицу переселить. Но мы их пускаем, как бы гладим, с ними общаемся, но живут они в основном на улице. Домой приходит время от времени греться, кормим мы их на улице, утепленную будку сделали им, им тепло, они уже к ней привыкли. Сейчас еще, правда, морозов нету, поэтому они иногда филонят, но в основном половина из них уже спят там, а половина время от времени, когда тепло, где-то они все в другом месте находят спать. Но зато при этом чистенькие, у нас соломы куча во дворе, они себе найдут где зимовать, тем более, что они привыкают с лета к улице. Поэтому все нормально. А Ириска где-то она у нас более дикая, кто знает. Где-то на улице мы ее звали, не пришла она. Ну, она здесь ходит где-то, но не подошла к дому. Так что грейтесь, котейки, грейтесь, любимые вы наши. Кормим мы их хорошо мясом, рыбкой, чтобы им хватало энергии на зиму, на морозы. Каша, овощи, ну, то есть все даем. Поэтому прекрасно коты выглядят, чувствуют себя. Ну, я же говорю, Ириска где-то на улице бегает. 19 число у нас, плюс 4 всего лишь. На термометре. Что, ручки замерзли? Ребята играют на улице. Чем занимаетесь? Это уже щит у тебя? Просто ходишь? Дышишь свежим воздухом? Думаю, чем заняться. Паша, куда санки, скажи, осенью? Ты подерешь краску, они начнут ржаветь. Они только по снегу. Убирай их на место. Ребята ищут тебя чем заняться. Мы договорились, что они каждый день немножко на улице должны играть, потому что свежий воздух нужен. А то засели дома, как только стукнули немножко холода. Поэтому, говорю, находите себе занятия, давайте. И играйте хотя бы полчаса в день. Должны находиться на улице. Ну вот сегодня еще холодновато, действительно, сыро еще. Еще все не вымерзло. Домой хочешь уже? Нет, пошел играться. Не хочет домой Боречка. Иди, иди, играйся, иди. Там грузовик складывай. Да. У него свое понимание игры с грузовиком. Да. Кто тут хихикает, лежит? Я. Хихи, от чего хихикаешь-то? От чего хихикаю? Да. От книжки. Что там такого смешного? Что читаешь? Дневник Анны Франк? Да. Понравилась тебе книжка, кстати? Да, это реальная история, мне ее жалко. В конце жалко? В конце концов, она умерла. Но здесь в книжке-то об этом не говорится. Угу. Так это реальная история. А о чем? О девочке, которая живет в убежище, она еврейка, а евреи в то время гнали, поэтому она живет в убежище и рассказывает ее жизнь в убежище. Ну, хоть будешь понимать. Знаешь, для чего это надо? Знаешь, почему я тебе ее взяла?
чтобы я это оценила то, что у меня есть. Да, чтобы мы ценили то, что у нас есть. Потому что часто мы, ой, мало, не хватает. Всего лишь у меня там смартфон и планшет, хочу еще себе 10 ноутбуков, а еще хочу более новую модель смартфона, а хочу еще там, не знаю, фиолетовые волосы, и у меня вообще только 10 футболок, хочу 15, чтобы вот вас от этого не было вообще, в принципе. Надеть. Да-да, мне нечего одеть, мама, я уже 10 переносила, мне еще нужно 5, да? Ну, Аня у нас этим не страдает особо, но сама суть. О, теперь скажи, правильно делать, хотя и то было правильно, там поигрался, сейчас уже собираю. И вывози его на место, Сена. Дун-дун-дун. Мы по автомому. Мы по автомому. Мы по автомому. На все готовы. Мы по автомому. Пришло к нам письмо от подписчицы и от Ивана Александровны Клюенковой. Спасибо большое с Москвы. Ваше письмо дошло. Мамочка, что ты делаешь? Зачем ты брызгаешь? Чтобы почистить. Глупость мы сделали с папой, когда положили эти сиденья, тренажеры в кухню. Теперь приходится отбеливать ваши жирные пятна, которые вы поставили на них. Видишь, сколько? Видишь, сколько жирных пятен ребята поставили? Нельзя в кухню их ставить. Надеюсь, что он справится. Он уже не раз показал себя очень хорошо. Этот почти весь пришлось смочить. Я сейчас целые тюбики спущу. Давай, мой хороший, сам подтянулся. Ножками, ножками становись. Так, а теперь становись ножками. Становись ножками. Полезем вверх, давай. Давай ножками. Вот сюда ножками. Да. Давай. Теперь вверх лезь. Давай. Да. Давай. Нет. Вот так становись. Да. Так, давай вторую ножку. Так, молодец. Подтягивайся. Теперь смотри вверх. Смотри вверх. Теперь еще берись. Так, хорошо. Так, теперь сюда ножку установи. Ставь ножку. Не. Нет, ставь. Да, вот так ставь. Нет, ставь. Вот так ставь. Давай, вторую ножку ставь. Так. Ставь. Так, теперь вставай. Хорошо. Ты смотри, как ты высоко. Сына, ты видишь? Тебе понравилось? Теперь давай вниз спускайся. Слушай, как классно пенится на этой поверхности. У меня другой вопрос, как потом вымывать это все будем? Их же стирать можно, правильно? Ну да, надо. Мне главное, чтобы справилось. Хотя мы специально такие заказывали, чтобы не было на них видно, но тут уже явно видно. Хакуна Матата. Золотые слова. Хакуна Матата. Знай свои зубы и кости. Ой, такой прикольный этот Гоша наш. Кто, кстати, не смотрел видео, кто это такой, откуда он взялся, ссылочка будет в описании, посмотрите обязательно. Это мы сделали подарок нашим детям. Ой, это прикол, конечно. Где такое, такого уже взять? Вот смотрите по ссылочке в описании. Класс. Золотые слова. Они тут им играются и фоткаемся. Я попросил тебя в зеркало посмотреть, такой смотрите, вот здесь за спиной вот так вот вылазит. Вот. Представьте себе, смотритесь вы в зеркало. Ой, он и не страшный, и прикольный такой. Класс. Такой выглядывает череп. Это скелет человека. Когда мы можем посмотреть, какой он внутри, видишь? Да, правда, мы можем посмотреть на мозг. На мозг тоже можно открыть, посмотреть. Давай. Черепушку. О, безмозглый получится. Не надо. Видишь, вот так выглядит мозг. Нет, уже нету. Все, давай, вставляй обратно. Вот и повыделили мы пятна. Это с учетом того, что мы их еще не успели постирать, помыть. Видите, практически пятен нету. Где, нигде. Вот немножечко видно пятнышко. А так вообще полностью целый чистый стульчик. И это тоже вот одно видно. Буквально это, скорее всего, какое-то прям очень старое пятно. И вот еще одно видно, видите? А так вот вывели. Это все нужно смыть. Нет, это просто нужно смыть, потому что они еще не постираны. Мы их немножко побаиваемся стирать, потому что не знаем, как правильно вывести. Вывели. Но рискнем, наверное, на одном стульчике. Посмотрим, что получится. Там внутри, скорее всего, поролон. Вот, поэтому будем надеяться, что в бане постираем, чтобы они там сразу сохли. В общем, справился наш пятновыводитель.
потому что вы видели, в каких пятнах они ужасных были. И теперь только осталось смыть это все дело. И будут классные снова, как новенькие стульчики. У нас пока запеканка запекается, допекается. Покажу вам, какой сегодня стол. Вечерний, дынька. Конфетки желейные, конфеты с мактушки, кто какие выбрал. Роллы, которые мы сделали своими руками. Об этом отдельное видео на канале или вышло, или еще выйдет. Это мы сами делали с рыбкой и с ветчиной. Потом у нас вкусняшки здесь, сладости, сушка и сухарики с изюмом. Конфетки сегодня мы попробуем, здоровые зубы. Это энелевские конфетки, полезные очень для зубов. И запеканочка запекается в духовке, сейчас покажу. О, жара пошла, жара, красная икра на столе. Мало вам, да, еды? Мало. Ты что собираешься делать? Сгущенка? А потом вот так вот сложит и будет. Нет, это так, чтобы сладенькая, солененькая, да? Да, мне лень просто мазать два бутерброда, поэтому вот. Папа взял еще себе сыр, хлеб, он очень любит этот плавленый сыр. А ну покажи, какой мы, кстати, берем. Такой берем, вкусный очень. А вот там выпекается вкуснейшая запеканочка. А я обожаю сухарики с маслом. Я тоже очень люблю сухарики с маслом. Я тоже делаю. Да. Ты тоже что-то хочешь? А тебе сухарик дали, да, кушай. А я пью, наверное, кое-что. Это бублик. Сушка. Бублики. Угу.